если два пропустил, значит, не все вытащил. Но ЦСКА классная команда. Если бы мы взяли бы здесь очки, это был бы большой успех. Но они забили свои голы. Вот эти полумоменты возникли, они их реализовали. Ну, классная очень команда, классное нападение. В перерыве тренер нам подкорректировал. Наша группа просила, чтобы мы играли свою игру, не теряли центр поля, потому что ЦСКА очень хорошо переходит в центр поля, очень быстро. Вот. Ну, голы, моменты упустили, концентрацию чуть-чуть упустили. Обидный отскок от штанги. Что говорить, команда хорошая, мы старались, бились, не повезло. Нам все равно, с кем играть, ЦСКА, Зенит, еще какая-нибудь команда. У нас есть четкий план на игру, нам надо у каждой команды забирать очки, чтобы решать свои задачи. Разберем игру потом, она уже прошла, надо готовиться к Анжи сейчас. Отдохнем и будем готовиться к Анжи. Надеюсь, что болельщики придут, нас поддержат, игра будет важная очень. Ну и для них постараемся сделать праздник.